Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречанин. 25 серпня Верховна Рада України з ініціативи Володимира Зеленського проголосувала за підняття мінімальної заробітної плати. Якщо раніше вона становила 4723 гривні, то тепер становитиме 5000 гривень. І от, власне, що це? Це був крок на зустріч українцям з низьким рівнем достатку, чи це все-таки передвиборчий популізм? Про це поговоримо в нашій студії зі Світланою Осауленко, головою фракції Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській міській раді. Вітаю вас, Світлано. Да, добрий вечір. Ну от, власне, питання таке актуальне, да, достатньо. З одного боку, дійсно, потрібно давати людям можливість більше заробити, тому що от та зарплата, яка є зараз, і навіть після підняття, це фактично за нинішнього рівня цін ніщо. Але все-таки закрадаються от певні такі нехороші ідеї, тому що знову це робиться перед виборами. На вашу думку, що це? На самом деле, хочеться сказати однозначно, що, крім того, як избирательним популізмом, данную меру назвать нельзя. Что такое 277 гривен? Все мы с вами ходим в магазины и аптеку и понимаем, что 277 гривен не хватает просто ни на что. Если взять динамику и сравнить выплаты в стране, то у нас минимальная пенсия – это 1712 гривен. Вдумайтесь, 1712 гривен – минимальная пенсия. Это, ну, меньше 100 долларов. Это, ну, это просто, ну, не то что смешно, это унизительно для наших бабушек и дедушек, для пожилых людей. В то время как прожиточный минимум у нас 2118. То есть у нас прожиточный минимум в разы больше, чем минимальная пенсия. Ну, во-первых, если мы говорим о индексации, пересмотре выплат, мы должны подходить, ну, наверное, сбалансированно. Поднимая минимальную заработную плату, хотя это даже невозможно назвать подъемом, это просто надсмешка над всеми нами, на 200 гривен поднять эту зарплату, соответственно, должен расти и уровень прожиточного минимума, и минимальной пенсии, чего мы, в принципе, не наблюдаем. Политические консультанты сказали президенту, да, такое половинчатое решение, потому что, ну, грамотный популизм перед выборами – это поднятие пенсии и поднятие минимальной заработной платы с подъемом минимального прожиточного минимума. Возвращаясь к зарплате, что мы наблюдаем, сегодня она будет, да, там 5000 гривен минимальная заработная плата, и нам наше правительство, наш парламент обещает, что в течение, в первом полугодии 2021 года это будет 6000 гривен, и с 1 июля 2021 года это 6500 минимальная заработная плата, такой, собственно говоря, тенденция увеличения заработной платы, вот сегодня кинули там крохи и копейки. А вот давайте еще раз вы нам поверите, и буквально сразу после выборов начнет расти минимальная заработная плата. Я думаю, что наши люди это четко понимают и не дадут себя обмануть в очередной раз. Что касается, в принципе, повышения минимальной заработной платы, что мы понимаем под этим? Конечно же, повышение налогообложения для бизнеса. Когда во всех цивилизованных странах коронавирус ударил, конечно же, по всем, в первую очередь это бизнес, разрабатываются программы поддержки малого, среднего предпринимательства, гарантируются какие-то выплаты, снижаются какие-то налоги, соответственно, повышение, то есть если откуда-то, да, мы это, если где-то прибыло, значит, откуда-то убыло. Соответственно, мы четко понимаем, что эта мера приведет к еще большей детинизации, то есть выплаты в конвертах заработных плат бизнесменов, потому что сегодня, когда они два месяца, в принципе, большинство бизнеса не работало, когда еле-еле начали выкарабкиваться,
конечно же, ну, официальную минимальную заработную плату, я думаю, будут платить и проводить, и показывать в чистую, в белую, только такие структуры, которые не могут это скрыть, это государственные там, учреждения, коммунальные службы, это бюджетники, все сферы бюджетной работы. Ну, от бюджетники это окремая тема, але от щодо фіскального тиску на бізнес. Я от спілкувався з підприємцями, що вони кажуть, що ніби ця норма, вона спрямована навпаки. Це такий фіскальний маневр, який маневр, який має відбілити частину зарплатні. Тому що, ну як у нас, зрозуміло, що є мінімальна заробітна плата, так, от вона, з неї платяться податки, інша людина отримає у конверті. От, чим більше заробітна плата, ну логіка має бути така у влади, да? Чим більше мінімальна заробітна плата, тим більше людина отримає, власне, чистих грошей, з яких уплачені податки. Але ви думаєте, що цього працювати не буде, цей механізм, да? Що навпаки загонить бізнес більше в тінь? Безусловно, но говоря с бизнесменами, ну давайте будем откровенными и честными. Бизнес в основном уходит от уплаты налогов, потому что у нас не сбалансирована система налогообложения, абсолютно нечестные условия игры и ведения бизнеса. Поэтому минимальную заработную плату сегодня, да, то есть выходят как из положения, оформляются на полставки, на 0,25 ставки для того, чтобы уйти от налогов. Поэтому тут двух мнений быть не может, что повышение заработной платы это еще больше тенизация сферы бизнеса и то, что люди будут получать эти деньги в конвертах. Понимаете, государству уже сегодня никто не верит, когда мы говорим, да, официальная заработная плата, это да, идет в копилочку на будущее, на начисление пенсии. Но о каком начислении пенсии можно говорить? Я на самом деле вот каждый день сегодня провожу встречи во дворах. И я вам скажу, очень тяжело разговаривать с людьми. Очень тяжело разговаривать с людьми. Люди верили в мечту, люди хотели системных изменений. Люди поверили и доверили этой власти, новым молодым лицам, да, совершить чудо, поменять ситуацию в стране. Что же мы наблюдаем на практике? Мы не то чтобы заигрываем с Западом и с Международным валютным фондом, мы у них просто, можно сказать, да, я говорю парламент, я говорю правительство, просто на зарплатах марионетки, которые делают все, как по написанному, что говорит Международный валютный фонд. Вместо того, чтобы придумывать, разрабатывать антикризисные меры, поддерживать бизнес, поддерживать людей, что мы делаем? Мы принимаем закон о игральном бизнесе, мы принимаем закон о возможности продажи земли для того, чтобы мы продали с вами последнее, что у нас есть, это нашу землю. Понятное дело, что сейчас так под выборами приняли, выполнили, галочку поставили, задачу, так сказать, домашнюю заготовку, то, что поручил Международный валютный фонд, выполнили. Сейчас перед выборами, конечно, немножко эту ситуацию так подзадвинули для того, чтобы она не была, ее не педалируют, да, не ставят там игровые автоматы сегодня. Почему? Потому что выборы. Не продают землю. Почему? Потому что выборы. Потому что очевидный социальный бунт и социальный взрыв после реализации и внедрения этих законов, потому что они приняты Верховной Радой, в реальную жизнь. Поэтому сегодня отработав как марионетки Международному валютному фонду 100% их хотелок, людям просто как надсмешище кидают 277 гривен. 277 гривен. А нашим пенсионерам даже не додумались даже на 77 гривен поднять минимальную пенсию. Хотя бы сравнять минимальную пенсию с прожиточным минимумом. Для того, чтобы просто не то, что вот наши старики, наши пенсионеры, они живут за чертой бедности. Я вчера вот с женщиной буквально просто не могла уйти со двора, она говорит, я проработала всю жизнь, я просто, говорит, вот единственное, что меня спасает, что я воспитала достойных детей, которые помогают мне, потому что если бы не поддержка детей, я бы просто не смогла выжить на минимальную пенсию, которую я заработала, там, проработав 40 лет.
Ще одне важливе питання – це субсидії. Ми знаємо, вони прив'язані до мінімалки, і відповідне підвищення мінімальної заробітної плати скоротить кількість субсидіантів. Що з цим робити? Чи, можливо, варто було спочатку систему субсидіювання переглянути, а потім вже підвищувати мінімалку? Як ви вважаєте? На самом деле, это, да, возвращаясь к тому, что если мы где-то что-то взяли, значит, мы где-то отняли. Безусловно, минимальная заработная плата людей, которые и так вынуждены оформлять субсидии для того, чтобы выжить, вынуждены доказать, что, я не знаю, внучатая племянница, которая живет в соседнем городе, я как бы утрирую, которая купила машину, автомобиль, что я с ней не общаюсь, и на мой доход это никаким образом не влияет, пройдя всю унизительную процедуру, хождение с протянутой рукой к государству, каждый день государство делает все для того, чтобы субсидии получили люди меньше. У нас с каждым годом идет тенденция уменьшения людей, которые получают субсидию. Не потому, что у нас люди стали лучше жить, нет. Потому что получить субсидию становится сложнее. И, соответственно, просто у многих опускаются руки, доказать, что там, они где-то там с детьми не общаются. Или... Да ситуации таких миллион, когда у бабушки прописан, я не знаю, там, не дай бог, сын, который купил машину, который к бабушке не приезжает на протяжении, я не знаю, года, двух, трех, просто не проведует и никаким образом не помогает своей матери, она не может получить субсидию, потому что у нее прописан там ее сын, дочка, неважно, он совершил какую-то покупку. И как быть с этим? А таких ситуаций они просто, ну вот сплошь и рядом, просто я рекомендую нашим парламентариям, которых сейчас понавыбирали, бестолковых и безмозглых, которые, собственно говоря, и перед выборами, кто район перепутал, писал, что он, я не знаю, аграрный сектор в Малиновском районе подымет, кто вообще мимо проходил, вообще непонятные люди, которые позабегали в парламент, они же и на парламентских выборах не общались с людьми. Они сегодня не общаются с людьми. Люди спрашивают у меня, где найти приемную народного депутата. А ее нет, ее нет. То есть настолько нарушена связь, там где-то молодежь с точки зрения диджитализации чего-то там в Инстаграме пишет нам, народным избранникам. Но как быть с пожилыми людьми? Когда я вчера на встрече, сидит 10 бабушек, я говорю, ну вот вы там в Фейсбуке, они показывают, одна говорит, у меня городской телефон, вторая показывает телефон, которому, я не знаю, там уже лет 5 уже не выпускают кнопочный, где работает две кнопки, вызов, и о каком Фейсбуке, Инстаграме, конечно, люди получают информацию с телевизора, который они смотрят, и они не могут просто найти, знаете, как я говорю, своего народного депутата, чтобы в спину плюнуть за принятые решения, они просто их ищут и найти не могут, а я рекомендую нашим парламентариям, прежде чем принимать законы в угоду Международному валютному фонду, прийти да послушать, что про них люди говорят, и тогда все станет на свои места, они этого не делают, потому что они боятся, и боятся абсолютно закономерно, потому что, придя во двор, их просто погонят палкой. Это я вам говорю абсолютно ответственно. Світлана, от на щастя, нам пощастило жити у великому місті з великим бюджетом, і дійсно Одеська міська рада може реалізовувати певні соціальні ініціативи за рахунок якраз місцевої казни. Я знаю, і реалізовує, в тому числі за ініціативи Української морської партії, яку ви представляєте. От скажіть, чи будуть якісь ще ініціативи, і які власне діють зараз щодо допомоги найбільш незахищеним прошаркам населення? Наша такая глобальная, да, задумка, которую мы хотим реализовать в следующем созыве, это социальный паспорт одессита. Социальный паспорт одессита, где дает возможности на абсолютно широкий спектр льгот, услуг бесплатных. Социальный паспорт одессита дает возможности, да, вот какого-то такого личного счета человека, который находится на социальном учете, какие идут зачисления, что мы можем, для того, чтобы, понимать какую-то финансовую картину людей, которые нуждаются, потому что, я еще раз говорю, мы видим ситуацию, когда люди просто не могут получить субсидию, они крайне в этом нуждаются. Бюджет города Одессы, я могу сказать, действительно является социально направленным. Инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова мы работали на протяжении
ну, всех 5 лет для того, чтобы именно большая часть, львиная часть денег именно уходили на социалку. Это на возможности доплаты, такой как пример нашей социальной инициативы «За тепло», когда идет перерасчет, и люди, которые получают минимальную пенсию, получают там, в зависимости от годов там, от 400 до 700 гривен перерасчет на тепло в зимние периоды. Когда мы регулируем вручную режиме выплаты субсидий, когда получить субсидию человек может только в том случае, когда у него нет задолженности перед государством. А, ну, давайте из логики, человек идет за помощью, когда у него там сложная финансовая ситуация, соответственно, есть долги, есть невозможность заплатить за те или иные услуги, а государство говорит до свидания. Еще и зараз пеньою обкладает. Да, вы оплатите, а потом приходите. И люди просто со слезами говорят, ну как же, ну мы обращаемся за помощью, а ну, нам говорят, вот когда все свои долги погасишь, тогда и приходи, а нам не за что гасить эти долги. Городской бюджет идет в этом навстречу, также была инициатива нашей фракции о том, что даже если у человека есть задолженность, в индивидуальном порядке рассматриваются там, да, индивидуальные случаи, когда человеку он оказывается в сложной материальной ситуации. Мы даем деньги и на погашение задолженности, которая скопилась из-за невозможности человека там, платить за квартиру, и абсолютно широкий спектр программных моментов. Я хочу сказать, что одна из наших ключевых инициатив, у нас будет большая презентация программы партии, это выплаты детям войны и ветеранам трудового фронта. Когда мы говорим о том, что мы ветеранам повысили, знаете, это манипуляция. Ветеранов осталось просто, ну просто вот настоящие освободители, там 8, оборонщиков 6, ну о чем говорить, когда их осталось там по 10 человек. Сегодня та категория, которая действительно нуждается в помощи, и Украинская морская партия сделает все для того, чтобы из городского бюджета помогать и доплачивать детям войны и ветеранам трудового фронта. Это люди, которые в послевоенное время строили нашу страну. И это люди, которые, ну, нуждаются действительно в поддержке. Поэтому я считаю, что это такая большая категория людей, которая, ну, не то что достойна, а мы должны сделать все для того, чтобы дотянуть эту государственную несправедливость из городского бюджета. Светлана, я вам дякую за цікавий ефір. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Спасибо большое. Я нагадаю, що у нас в гостях була Світлана Осалуленко, голова фракції Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській міській раді. Говорили сьогодні про підняття мінімальної заробітної плати в країні і не тільки. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.